Всем привет! Сегодня разберемся с идеальным кормом и идеальным антипобегом для огненных муравьев. Тут много нюансов, и до всего я доходил на практике. Соленопсис гемината – это действительно одни из самых сложных и интересных муравьев, которых я содержу. Чтобы справляться с колонией, необходимо все продумывать на два шага вперед, иначе будут побеги. А это грозит для близлежащих колоний как минимум большими потерями. Ребята, на русскоязычном просторе YouTube не так уже и много интересных видео про огненных муравьев. Несколько дней назад на канале Кулек вышло отличное познавательное видео о этих малышах. Я был приятно удивлен классному познавательному контенту на этом канале. Там не только факты о животном мире, но и много интересного из различных областей. Обязательно подпишитесь на этот канал и расширяйте свой кругозор легко и просто. Ссылка в описании. А мы возвращаемся к огненным муравьям. Перед вами Соленопсис гемината. Несмотря на их маленький размер, за ними всегда очень интересно наблюдать. Какой же антипобег подойдет для них? Я много экспериментировал. Не любой антипобег может их хорошо удерживать. Вначале я пробовал использовать жидкие антипобеги. В частности, у меня была маслянистая смесь из магазина AntPlanet. Но муравьи не испугались такой липкой смеси. Они не стали туда лезть просто так. Каждая гемината хватала мусор и с этим мусором забиралась по стенке арены. Ну и, конечно, закладывала липкую полоску. Через несколько часов весь антипобег был в мусоре, и муравьи весело ползали по верхней крышке. Тут все просто. Жидкий антипобег абсолютно не подходит для этих муравьев. Во втором варианте арен, которые были изготовлены из пластиковых контейнеров, я использовал два вида антипобега. Вначале тальк из детской присыпки отечественного производства, который я разводил с водкой, а после этого наносил кисточкой. А затем жидкий антипобег. На верхней крышке также был антипобег из талька, и посередине была сеточка. Тут можно сказать следующее. Антипобега на вертикальной поверхности хватало где-то на 3-4 дня. После этого неудержимые малыши начинали грызть верхнюю крышку. Я обратил внимание, что они практически не могли ползать по горизонтальной поверхности с антипобегом. Этот метод борьбы с нежелательными побегами я и применил в моей последней конструкции формикария, где роль арены выполняет большая самосборная арена. Она как раз и имеет горизонтальную поверхность перед крышкой. Но тут тоже проблемы с тальковым антипобегом оставались, его хватало ненадолго. Да, муравьи не могли преодолевать горизонтальные поверхности, но на вертикальной все вычищалось. Затем они начинали грызть термоклей, которым я заделывал щели. Ждать, когда они его прогрызут, достаточно опасно. Ведь в один прекрасный день можно будет наблюдать, как они расправляются со всеми моими колониями. Ну а потом возьмутся за еду побольше и повкуснее. Поэтому я скупал разную присыпку на основе талька и экспериментировал. И вот я нашел его. Идеальный антипобег. Это Johnson's Baby. Замешиваем его по стандарту с водкой. У кого есть спирт, можно и со спиртом. С ним даже лучше. Быстрее будет высыхать. Волшебство начинается с первых минут нанесения. Возникает прям как какой-то барьер, и гемината не может приблизиться к нему ближе, чем примерно на 5-8 сантиметров. Некоторые в панике хватают мусор и ползают с ним в надежде заложить этот барьер. Но все бесполезно. Через сутки они все-таки могут приблизиться к запретной белой черте, но так активно они его не грызут. Теперь обновляю я его где-то раз в месяц.
Некоторые киперы еще советуют наносить этот Johnson's Baby и в сухом виде, как дополнительную защиту. Наносим присыпку на ватку и протираем таким образом требуемое пространство. Теперь этот антипобег я использую во всех своих колониях. Хотя далеко не многим он нужен. Например, панеринам он не нужен. Они сидят себе спокойно в гнезде, а когда выходят на охоту, они даже и не помышляют сделать ноги из формикария. Даже колония в 300 диакам при открытии крышки не стремится убежать, а наоборот, муравьи кидаются назад в гнездо и начинают заниматься охраной своего жилища. Настало время рассказать секрет идеального корма для огненных муравьев. Конечно, эти муравьи всеядны, но далеко не от любой еды у них увеличивается количество расплода. Чем я их только не кормил. Давал туркменских тараканов, зафобаса, сверчков, мышей, кучу разных насекомых из природы, начиная от пчел и заканчивая различными жуками. Также давал овощи и фрукты. И тут можно сказать следующее. Конечно, фрукты и овощи им нужны. Но не каждый день. Но пару раз в неделю не помешают. А вот белок им необходим как воздух. Тараканами кормить не вариант. Им надо в среднем 20-25 взрослых туркменских тараканов в сутки. Математика простая. Это получается очень накладно и неудобно. Когда они сидели у меня на туркменских тараканах, я еженедельно закупал около 300 штук. И естественно, тараканы не успевали размножаться. После насекомых я решил перевести их на мышиную диету. Подходит отлично. Заметно значительное увеличение расплода в гипсовом модуле. Но мышки приходится закупать далеко от дома. Неудобно ездить. Да и по деньгам тоже накладненько получается. Ежедневно мышку они просят. Хотя опыта содержания змей я не имею, но могу предположить, что этот корм подойдет лучше для змей. А с муравьями я нашел другой выход. Мясо. Мясо они едят отлично. Эффект роста расплода такой же, как и от мышей. Но достать мясо проще. Все равно оно используется ежедневно для готовки дома. Небольшой кусочек всегда можно выделить для наших маленьких питомцев. Тем более им можно и жареное давать. Но самое лучшее мясо для них, конечно, это сырая курица. Ее они любят больше всего. Возможно, оно мягче, чем другое мясо. Это реально какое-то спасение. Даже когда кусок мяса оказывается сильно большим, он подсыхает и все равно съедается. Самое главное, что на мясной диете у муравьев заметно увеличивается количество расплода, что мы не наблюдали при кормлении другими кормами. Теперь я кормлю их 3 раза в неделю мясом, а в остальное время даю фрукты, мак и гамарус. Мак всегда большой кучей лежит у них на арене и является своеобразным буфером. При нехватке еды количество мака резко сокращается, а когда еды полно, то мак практически не трогают. Вот такой идеальный корм спасет всех владельцев соленопсисов, возможно, и других владельцев мелких муравьев. Продолжаю обдумывать расширение для них жилого пространства. И я все-таки решил подключить еще один гипсовый модуль и удлинить им трубку, которая соединяет арену и само гнездо. Земляной формикарий планирую со временем вообще отключить. Но это будет не быстрый процесс. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте подписаться, поставить лайк, ну и нажать на колокольчик, ребята. Всем до скорых встреч и пока-пока!